вышел в свет сборник стихов молодых акынов. В сборнике творения учеников членов кружка поэзии «Ах, Каурсын, белое пятно». Кружок был открыт 3 года назад по инициативе известных акынов Мухтара Ниязова и Мамыра Байдаулетова. На презентации сборника молодые поэты прочитали свои стихи. Ахканат өлең деген бір өздерінің көңілі сияқты, пейлі сияқты, әлі пәк. Название «Ахканат өлең белокрылие стихи» – это словно олицетворение их настроения, чистоты души. Это же молодые акыны, светлые, не видели еще ничего плохого в жизни. Этот сборник – первая проба пера. Однозначно, он даст мотивацию молодым акынам творить дальше.